Здравствуйте! В эфире праздничный выпуск передачи «Новости ЦВТ Сити». И с вами в студии Ирина Амосова и Загидулина Роза. Итак, сегодня в программе итоги ЦВТ за год, итоги спартакиады, наша победа и не совсем, карьерная лестница, кто и как поднялся, как это причастие города Ижевска, Ксения Докучаева. Все это и многое другое в сегодняшнем выпуске. Большой скачок по карьерной лестнице совершил один из сотрудников нашей компании, Плетнев Дмитрий Михайлович. Прыгнул из комдивов в комдиры. В планах из комдиров в гендиры, из гендиров в генсеки, из генсеков лишь бы не в кремлевскую стену. Осторожней, Дмитрий Михайлович. 250-летний юбилей города Ижевска не остался без внимания общественности Центра высоких технологий. Общими усилиями сотрудников ЦВТ была создана интерактивная карта с достопримечательностями города. На карте отмечены многие интересные памятники города. Надеемся, что данный ресурс повысит общий культурный уровень горожан и гостей столицы. Еще одна хорошая новость ЦВТ Сити. В прошлом году компания участвовала в битве за номинацию «Золотой сайт», заработав кубок Golden Hair. В будущем мы настроены заработать оставшиеся Golden U и Golden E. Magic people, voodoo people! Не прошло и года с момента вселения в новый офис, как новая кухня заняла свое почетное место на пищеблоге. Торжественное мероприятие прошло в большом стечении публики 16 февраля сего года. Новая кухня существенно улучшила качество питания и способствовала улучшению санэпидемиологической. Спасибо, коллеги. Обстановки в коллективе. В этом году Шопену исполнилось 200 лет, Чехову 150, Элвису 75, 50 лет исполнилось группе Битлз. 40 лет Яшкаролинскому троллейбусу. 30 лет назад в Москве прошла Олимпиада. 20 лет назад в протоколы ХТТП были пересланы первые 2 байта. Но самым ярким юбилеем этого года в мире стало десятилетие Центра высоких технологий, ровесника нового тысячелетия. За эти годы ЦВТ выпустил в большой мир огромное количество специалистов, инженеров и менеджеров. Некоторые из них не могли сдержать эмоций в день рождения своей профессиональной родины и выступили с видеообращением. Самые счастливые моменты моей жизни были, когда я работал в ЦВТ. Я был счастлив, свободен. Вокруг были мои друзья. А что сейчас? Цели потеряны, смысла нет. Я не знаю, что мне делать. Эх, если бы вернуть те года обратно, вновь пройти со своими друзьями тот путь. Все, снято. Больше ничего не нужно, дубли не нужно. Ну, я тогда поехал. С Новым годом! Дорогой Центр высоких технологий, всем привет! Меня зовут Егор Данилов. Я поздравляю вас с Новым годом, с новым счастьем. Вот это наши сотрудники. Это Андрей. Вот. Мы ему платим бананами, да. Вот это... Сейчас я переверну камеру. Сейчас. А как ее... А, ее не перевернуть. Ладно. Это Таня. Да. Вот это Таня, это Оля. Это вся команда, которая работает на... Это Игорь. Сейчас, Игорь, чтобы было видно. Да, Игорь видно. Вот, это вся команда, которая работает на TV.ru. Ну, или практически вся. Показывай мой стол только. А я себя снимаю, я передней камеры. Вот, я хочу вас поздравить с Новым годом. Сказать, что вы большие молодцы. Были в этом году, мы с вами сделали очень большой и хороший проект. Я надеюсь, что в следующем мы сделаем еще больше проектов, все будет замечательно. Да, если... Я надеюсь, что моя речь уже после речи Валикжанина, и вы уже успели поспать, вы выспались, все нормально, поэтому вы не спите под моим. В общем, с Новым годом вас всех! Не забывайте, что я... Люблю вас. Не, это будет неправда. Не забывайте, что выход из ЦВТ есть, это точно, потому что мне в какой-то момент удалось забрать паспорт и сбежать оттуда, поэтому верьте, все будет хорошо. С наилучшими пожеланиями к вам, Егор Данилов.
Реклама ЦВТ Сити. Пришла весна, цветут цветы. А в чем на улицу идти? В салон Тамара ты иди и новый плащ себе купи. Рассрочка, скидка, красота. Салон Тамара для тебя. Приглашаем вас в салон-ателье Тамара по адресу улица Пастухова, 39, около цирка. Телефоны 75 58 78 и 68 58 78. Вы устали? Нет сил доделать работу? ЦВТ представляет вашему вниманию Роза. Роза – это универсальная бешеная табуретка, которая готова взяться за все и всегда. Она полна сил и энергии. У нее всегда и на все есть ответ. В чем ее секрет? Фиг знает. Звоните Розе 93 88 61 и узнавайте, что с ней сделали в ЦВТ, раз ее так штырит. Болит голова, и даже пенталгин не помогает. Катана Олега Витальевича Вылегжанина избавит вас от головной боли. Если вы позвоните Олегу Витальевичу прямо сейчас, он при помощи катаны избавит вас от боли не только в голове, но и в любой части тела. Абсолютно бесплатно. Если ты полон силы и энергии, молод и умен, ты настоящий профессионал в своем деле и готов пахать сутками на благо родной компании. Если ты знаешь PHP, .NET, JavaScript, Ajax, MySQL, Ruby on Rails, Python, Perl, Oracle, Android, OOP, Zend Framework и много других страшных слов. И ко всему прочему умеешь верстать, рисовать дизайн и варить кофе. Если ты готов, не покладая рук, за 3 часа выполнить зверское задание Иры Кахасянова, пройти очень стрессовое собеседование с Олегом Витальевичем, а потом ежедневно выслушивать вопли Димы Плетнева о том, как его все достало, кормить Руслана яблоками и сдерживать эмоции при Ксении Анатольевне. Добро пожаловать в ЦВТ. Вакансия негра никогда не закрывается. Тебе скучно? Хочется отдохнуть? Надоело все вокруг? Тогда тебе в болтальню! Хочешь откровенного разговора? 2-5-2-5. Звони. Я жду. Болтальня. Идеальное место для интимных разговоров. А теперь криминальная хроника. Наш корреспондент Елизавета Демьянец с места событий. Молодец! Возьми с полки пирожок. Именно эта фраза очень часто звучала в офисе ЦВТ. Но сейчас она никем не произносится. Пирожок пропал. После этого происшествия даже вышел специальный выпуск передачи «Жди меня». 16 декабря 2010 года ушел и не вернулся пирожок. Он был такой в форме пирожка, красный, и у него бирка была, и написано было «Красный пирожок». Если вы что-то знаете, если вы видели его где-то, позвоните нам, пожалуйста, по телефону 93-88-61. Он был такой мягкий, он был такой нежный, я его так любил. Я даже спал с ним, верните его мне.